Приветствую вас. Я прочитал ваше сообщение. И, честно сказать, даже поначалу не знал, с какого боку к вам подойти, к вашей проблеме. Вы пишете, что, значит, причиной вашей проблемы стали мысли о самоубийстве. Из-за одиночества, потому что у вас никогда не было друзей. Ну вот здесь, пожалуй, заключается первый момент. А почему у вас никогда не было друзей? Что мешало вам заводить знакомство, например, в школе, в университете и так далее? Какой стоял блок? Вы говорите, что вы играли только с братом, а потом стали встречаться с парнем. Ну, кроме брата уже были еще какие-то люди, наверное. Ну, по крайней мере, я думаю, что они были. Что мешало вам с ними взаимодействовать? Не очень понятно. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Дальше. Дальше вы пишете, что своим молодым человеком вы знакомы уже 7 лет. И за эти 7 лет у вас не получается найти смысл жизни. И сейчас в отношениях с молодым человеком у вас все очень плохо. Говорите вы. И вот здесь, если честно, я даже вот как-то затрудняюсь вам сказать, как же можно вам помочь. Понимаете, у вас уже в детстве, точнее лучше сказать, с детства наблюдались некоторые проблемы в общении с людьми, значит, во взаимодействии с ними. Наверняка были проблемы в построении отношений. Наверняка можно вести речь о том, что у вас были определенные комплексы, которые не позволяли вам, да и, наверное, не позволяют до сих пор, выстраивать отношения с людьми на достаточно хорошем, качественном уровне. Это первый момент. За счет этого вы, скорее всего, пытаетесь восполнить то, что вам не хватает в молодом человеке. В своем молодом человеке. Дальше. Не совсем понятно, сколько лет мужчине было, когда вы с ним начали встречаться. Но я думаю, что основная здесь проблема в том, что вы начали с ним встречаться, когда вам было очень мало лет, и с тех пор многое изменилось. Изменилось, по сути, самое главное. Это то, что вы стали взрослым человеком. И, будучи взрослым человеком, мужчина уже, очевидно, перестал вам подходить. Соответственно,
как результат некий диссонанс восприятия его. Чтобы этого диссонанса не было, нужно определить. Вот вы сейчас поменялись, вы сейчас стали уже другой. А как мужчина, относится к тому, что вы изменились? То есть, поддерживает ли он, например, ваши начинания какие-то, которые вы делаете сейчас? Если нет, то почему? Если не поддерживает, то почему вы до сих пор с ним? Что удерживает вас от того, чтобы отстраниться от него и жить своей жизнью? Не очень знаете ли точно этот момент понятен. Ну и наконец, я думаю, что то, что нужно отметить обязательно, это то, что у вас нет ничего своего. У вас нет своих желаний, у вас нет своих стремлений, вы, судя по всему, живете только другим человеком. А нужно, чтобы вы жили еще с собой. Ну, своими какими-то переживаниями, да, своими чувствами, своими стремлениями. А вы этого не делаете. И из-за этого, собственно, и возникает проблема. Вот на эти вещи я бы и обратил ваше внимание в первую очередь. Чтобы разобраться в себе, нужно анализировать как детско-родительские отношения ваши, так и ваши социальные способности, то есть способности налаживать общение с людьми. Чтобы помочь вам разобраться в себе, нужно также еще и понять, вот вы говорите, что с молодым человеком у вас сейчас все плохо. Что плохо? Почему плохо? А какие проблемы у вас сейчас есть? Что мешает вам, скажем так, что мешает вам эти проблемы разрешить? Опять-таки, по вашему мнению, что мешает эти проблемы разрешить? Потому что вот так создается только лишь впечатление, что у вас есть набор конфликтов, набор внутренних дилемм, внутренних неразрешимых противоречий, которые вы сами разрешить не можете, но которые не дают вам нормально, спокойно существовать. И чтобы помочь разобраться в себе, нужно увидеть во всем этом вас. То есть, где вы во всем этом? Ну вот, с братом вы играли. Понятно. С братом вы играли, хорошо. Потом и начали встречаться с парнем, который, простите меня, если я не прав, но, по-моему, ваш парень вас как-то очень сильно ограничивает. По-моему, ваш мужчина вообще не дает вам, ничего делать. То есть он почему-то не выпускает вас из дома, вы вынуждены
все время сидеть безвылазно в квартире, если я правильно вас понял. И чем, простите, обусловлено такое его отношение? А главное, почему вы сами с этим миритесь? Почему вы сами позволяете ему вот это все делать? Не очень этот момент понятен. Но вы не сможете разобраться в себе до тех пор, пока не определите, чего же вы сами хотите. Собственно, по этой причине у вас нету смысла жизни, потому что вам его все время навязывают другие люди. Вам его постоянно навязывают другие люди. А у вас своего нет, по сути, ничего, к сожалению. И из-за того, что вы живете не своими желаниями, а желаниями в суть других людей, из-за этого у вас и возникают такие вот проблемы. Я думаю, что для того, чтобы разобраться в себе, вам требуется, главное, прислушиваться к себе. Доверять, опять-таки, себе. Доверять своим желаниям, своим переживаниям, своим ощущениям, своим стремлениям. Если вы этого не делаете, возникает вопрос, почему вы этого не делаете? Что вам мешает? Вот попробуйте на этот вопрос себе ответить. Полагаю, с этого можно начинать решать вашу проблему. Дальше я вам могу сказать только то, что предстоит работа вам с психологом, предстоит работа вам с специалистом. Я бы сказал, что вам требуется детальная проработка ваших отношений с родителями, отношений с молодым человеком, отношения с с окружающими людьми и так далее. Потому что, пока по тому, что вы написали, я могу судить о наличии вот такого рода проблем. Может быть, что-то скроется еще, когда с вами будем работать. Но пока мне видится ситуация именно в таком ключе. И разобраться в себе вам поможет только лишь обращение внимания, в большей степени обращение внимания на саму себя. На любовь к себе, на уважение себя, на защиту своих интересов. Если этого у вас не было вот таких направлений, то я думаю, что нужно эти ситуации исправлять, нужно вас учить прислушиваться к себе, учить доверять опять-таки себе и учить в первую очередь личностному росту. Ведь главное, чего вам не хватает сейчас, это по сути самое главное, личных границ. У вас их попросту нет. Личных границ, которые есть у каждого человека и которые составляют его ячейку, ядро, так сказать, его индивидуальности, у вас отсутствует. И отсюда все ваши проблемы. По крайней мере, так мне видится, исходя из того, что вы здесь написали и
исходя из того, что, как бы, ну, можно, исходя из того, о чем можно сделать выводы, прочитав ваше сообщение. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.